Неустойчивая погода сохранится в течение недели. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Однако к выходным потеплеет. В субботу уже будет около 23 градусов выше нуля. По предварительным данным, ждать от июня высоких температур не нужно. Поэтому не стоит стихийно скупать сланцы и сандалии. Впору придут легкие непромокаемые кроссовки. В Иране бушуют лесные пожары. Пламя уже уничтожило 500 гектаров зеленого массива. Больше всего пострадали заповедники. К тушению подключены военно-воздушные силы страны. К труднодоступным местам подбираются на вертолетах. На Центральную Америку обрушился тропический шторм. Циклон принес сильные ливни и порывистый ветер. Множество рек вышло из берегов. В регионе сошли оползни и камнепады. Затоплены улицы городов и крупные автомагистрали. Завтра в Бобруйске будет сплошная облачность и дожди, возможно, с грозами. Будет без остановки. Ветер восточный порывистый, температура воздуха ночью 7-9 выше нуля, днем плюс 12-14. Кристина Риан, Максим Галионко, Бобруйск 360.